100 дней остается до старта новой гонки героев в Петропавловске. Командная игра состоится на полуострове уже во второй раз. Как и в прошлом году, на дистанции длиной в 10 километров смельчаков будут ждать множество разнообразных препятствий, разработанных для тренировок спецподразделений армии России. Организаторы рассказали, что для того, чтобы принять участие в гонке, достаточно купить билет на сайте Лига Героев РФ. Количество участников будет ограничено. Пройти полосу препятствий и почувствовать себя членом группы специального назначения смогут все желающие старше 18 лет. Проигравших в гонке нет. Победителем становится каждый участник, поскольку время прохождения трассы не ограничено. Условия гонки будут максимально приближены к реальным боевым действиям. Вокруг участников будут звучать выстрелы, рваться мины и снаряды. Позаботились организаторы и об удобстве игроков. Для них подготовят горячий душ и раздевалку, манишку с индивидуальным номером и перчатки, камеру хранения и гардероб, полевую кухню с горячими блюдами и напитками, медицинское сопровождение, инструктора и страховку. Все это входит в стоимость билета. Старт продажи билетов уже дан. Приобрести их, а также узнать более подробно о мероприятии, можно на сайте Лига Героев РФ.